Ну что мы тут видим? Разгрузка. С этой длиной лямок, с нерегулируемыми лямками, оно располагается у меня прямо под подбородком. Что думал создатель, непонятно. Заявлено, что это размещение двух магазинов АК. Во-первых, магазин легко падает вниз и теряется. Во-вторых, верхняя хрень, еле пришитая, никак не фиксирует магазины, и магазины вылетают вверх, подбородок тому, кто несет эту херню. Вот размещение гранаты, ну, под большим вопросом, мне было бы стрёмно с такими стежками носить гранату. Очень стрёмно. Самопошив, конечно, самопошивом, но это работа воспитанника детского сада. Ну, вот этот вот кармашек вообще непонятен, что сюда можно положить. Ну, что-то маленькое можно положить, но так как он не имеет клапана и не фиксируется, то это маленькое. А, тут даже вот такая конструкция. То есть это кармашек держится на одном стежке. Вот что сюда можно положить, и он не фиксируется, и потерять это. Очень странно. Вот здесь вот отличная велкро. Прям вот супер армейская велкро. Классно. Только вот крепление плечевых лямок на двух стежках, нитки от которых болтаются. Вот здесь вот, конечно, стежков больше. Но так как нитки болтаются, то крепление очень сомнительное. Также вот крепление тоже силовой лямки. Раз, два, два стежка. Даже 10 рублей было бы жалко за это чудо. Отвратительно, 10 минусов.